Каспийске за прошедшие 3 года в разных сферах образования произошли положительные изменения. В школах города появились новые возможности для развития творческих и интеллектуальных способностей учеников, введение программы и создание различных дополнительных проектов для изучения новых технологий, а именно организованы кружки робототехники, программирования и многого другого. На базе Каспийской гимназии номер 11 для этих целей был создан первый IT-куб. Центр занимается обучением ребят 8 направлениям IT-сферы и охватывает 10 программ дополнительного образования. У нас 8 направлений. Это у нас блочное программирование, языки программирования Python и Java, фото-видеообработка, VR и AR, системное администрирование, гигиена и большие данные. Отметим, что посещать центр может любой желающий школьник. Здесь детей обучают различным направлениям IT-сферы, знакомят с новыми тенденциями, изучают с ними языки программирования и многое другое. Кроме того, IT-куб направлен также и на обучение педагогов. Также мы занимаемся обучением учителей и знакомим их с новыми операционными системами, так как в рамках импортозамещения в школы поставляется оборудование с отечественными операционными системами. Центр полностью оборудован новейшими технологиями по всем направлениям. Благодаря этому сложности в обучении у будущих айтишников не возникает. На момент открытия центров это самые топовые процессоры на них стоят. Это 10-го поколения и i5 и i7 процессоры. Поэтому здесь по оборудованию никаких вопросов не возникает у ребят и сложностей в образовательном процессе. Поэтому мы сейчас пройдем и увидим дополнительное оборудование, которое используется для обучения ребят. Воспитанники IT-куба участвуют в различных конкурсах, приносят множество побед и успехов. Так, ребята 2 года подряд были призерами республиканского хакатона по виртуальной реальности, чемпионата по робототехнике и многих других онлайн-соревнований. Как отмечают родители, подобные дополнительные занятия значительно улучшают качество обучения и повышают уровень квалификации в IT-сфере. На занятиях они не только обучались 3D-моделированию, также создавали творческие проекты, фантазировали, защищали их публично и участвовали в различных конкурсах. У нас уже есть результаты, дипломы победителя, призера. Они уже начали присматриваться к профессиям из IT-сферы. Вот. Мы и дальше тоже в соответствии с возрастом продолжим посещать другие направления, которые здесь, в IT-кубе, они могут выбрать. Стоит подчеркнуть, что набор в центр проходит ежегодно с ноября по январь.